Массовый футбол. Сегодня это больше, чем принято о нем думать. Кроме того, что он включает в себя детско-юношеский, пляжный, женский для лиц с ограниченными возможностями, мини-футбол – это еще и мощный инструмент для появления новых звезд большого футбола. А потому его максимальная популяризация и развитие в регионе – сегодня первостепенная миссия Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. В массовом футболе кроется вся сила всего футбола. И без крепкого массового футбола не будет у нас элитного футбола, профессионального. Поэтому за последние годы мы изменили свои приоритеты и подготовили много программ. Развивать массовый футбол необходимо, в первую очередь, потому что это фундамент всего футбола. И все, на чем строится футбол, это массовость. Будет массовость, будут маленькие детки играть, будут взрослые играть. У нас появятся свои звездочки, которые в конце концов попадут в команду мастеров, национальные сборные и так далее и тому подобное. Поэтому на массовости все построено. Это не только наш пример, это пример бывшего Советского Союза, это пример передовых западных стран. Для того, чтобы установить продуктивную связь с регионами, за круглым столом собрались специалисты со всей области. Говорили о реформах. Список трансформаций объемный. Подготовили ряд различных мероприятий, направленных на увеличение количества занимающихся, на вовлечение в футбол как можно большего количества детей, девочек, взрослых, любителей, инвалидов, ветеранов. И сегодня мы про эти возможности расскажем. У нас есть очень много предложений по проведению детско-юношеских соревнований, по проведению школьных лиг, по проведению любительских лиг, по проведению семейных фестивалей, которые очень сейчас популярны у нас. И мы прекрасно понимаем, что без помощи регионов, без вовлечения сюда как можно большего количества людей, мы сами не сможем реализовать эти программы. Мы хотим вот этим совещанием дать толчок развитию этого футбола. Сюда приехали люди, заинтересованные в развитии футбола, из районов приехали. И я надеюсь, что найдем инициативных людей, которые услышат нас, узнают что-то новое. И я надеюсь, что они эти знания будут использовать в районах и привлекут еще большее количество детей заниматься футболом. Футбол называют королем спорта, самым массовым и зрелищным видом спорта. Только в Брестской области занимаются им 10,5 тысяч жителей. А с новшествами, которые предлагают специалисты, эта цифра должна стать больше в разы. У Белорусской Федерации футбола грандиозные, но вполне осуществимые и очень перспективные планы. И если удастся реализовать задуманное, Брещина вполне может стать краем, где будет коваться футбольное будущее Беларуси.